Это самый экологически чистый и красивый способ покраски яиц на Пасху. Смотрите, какие красивые получаются яйца. Посмотрите это коротенькое видео до конца и поделитесь ссылочкой с друзьями. Итак, первым делом удаляю с яиц печать при помощи спонжика, смоченного в 9% уксусе. Хорошо яйца отмыла и теперь беру две тары. Каждую наливаю по 5 кружек холодной воды. В одну кладу луковую шелуху. И здесь чем больше будет шелухи, тем интенсивнее будет цвет. Добавлю столовую ложку соли. Во вторую емкость помимо воды идет столовая ложка соли и 5 чайных ложек куркумы. Ставлю кастрюльки на огонь и кладу яйца. Буду варить на среднем огне 10 минут. Затем огонь выключаю, а яйца оставляю до полного остывания. Затем ополосну их в холодной воде, дам обсохнуть и смажу спонжиком с постным маслом. Так яйца будут не только красивыми, а еще и блестящими. Красота! И кстати, яйца, крашеные в луковой шелухе, самые крепкие. Жмите лайк, подписывайтесь, делитесь ссылочкой с друзьями. Всем мира и добра. До новой полезной и интересной встречи.